Стрельба по-македонски, бля. Всем привет! Опять у нас тест. Сегодня тестировать будем наши травматы. Покажи вот на этом куске свиного жира. Кожа не толстая, сразу говорю, какой-то молодой поросенок. Первый мы будем тестировать, это у нас пистолет ИШ-79-9Т Макарыч. По три патрона будем. Расстояние примерно у нас будет 1, 2, 3, 4, 5 метров. Как и должно быть. Все, отработал. Смотрим. Есть ли пробитие насквозь? Все три насквозь. Кроме вот этого. Блять, маркер не взял. То есть эти в край попал, они все на вылет. Это уже задержало. То есть представляете, да, что будет с человеком. Сейчас следующий пистолет у нас МР-81ТТ. Тот же самый патрон. Так. А, два патрона было. Хотел три, ладно. Вот. Звук совсем другой. Так. Попал сюда на вылет. Второй ушел косо, как я понял. Вот. Теперь мы зарядим техкрим черный магнум. Короче, снарядили магазины черными. Вот такими черными, видите? Магнум. Техкрим. Погнали. Ну я думаю, что и того было фортуны достаточно. Давайте проверим. Вот смотрим, видите, какой подъебон. Не пробило вообще никак, нахуй. Вот вам, блядь, и в тех крим черный магнум. Пиздоболы. Теперь стреляем с МР-81ТТ. Смотрим тоже. Так, здесь застрял шар. Видно. Здесь видим сразу, хуй скользом прошло. Вот смотрите, как ПМ отстрелял фортуной и как тиххримовскими. Давайте еще прям при вас снаряжу, допустим, ТТшку, пару патронов фортуны. Блядь, нихуя себе, блядь, тиххрим. Блядь, извиняюсь, конечно, но это, блядь, вы такие, блядь, хули тут сделать. Вот смотрите, фортуна желтый. Раз. Два патрона. Шар какой-то там красный. Это ничего не дает. Вот смотрим. Опять отходим. 5 метров здесь по-любому есть. Вот смотрим. Пробил в край сразу. Пробило. А здесь в край не пробило нихуя. Здесь застрял шар. Здесь не пробило. Здесь скользом прошло. Давайте еще раз, раскосили, поближе станем. Это же все-таки травмат, блядь. Один патрон. В середину хочу попасть, чтобы видно было. Целью в середину, разносит ее просто. Давайте, 3 метра. Хуй знает, куда она попала, блядь. Без маркера, непонятно. Ну, куда-то, короче, попала. Я думаю, что вот это. Не могу попасть на. Давайте ПМ. ПМчик. Здесь как раз два патрона осталось. Что, замерз что ли, колоебить? Или с похмелья? Давайте, вот здесь. Стреляем. Комары. В середину целюсь. Все пробило. Вот они два. Прям насквозь его видно. Вот и делайте вывод. Фортуна-то нихуя, forever, блядь, ребятки. Стрельба по-македонски.